Теперь сообщение из Дагестана. Двое боевиков, ликвидированных этим утром, оказались причастны к тяжким преступлениям террористической направленности. Они находились в федеральном розыске за попытку покушения на жизнь правоохранителей. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, бандиты скрывались в лесу в Унцукульском районе. Их обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ. После предложения сдаться они начали стрельбу. Ответным огнем были нейтрализованы. При них обнаружены автоматы и большое количество боеприпасов.